«Здравствуйте, ребята! Послушайте, что за беда со мной приключилась! Капризничал я, обидел свою маму. Ушла она от меня к волчатам. И вот не знаю я, как теперь ее вернуть». «Ребята, поможем зайчонку? Найдем маму?» «Знаю я эту сказку. Хотите, и вам расскажу?» Называется сказка «Про маму». И написала ее Софья Леонидовна Прокофьева, автор многих чудесных историй: «Лоскутик и облако», «Приключения желтого чемоданчика», «Пока бьют часы». Вы даже можете увидеть фильмы по ее книгам. Жили-были зайчонок и зайчиха. Однажды зайчонок раскапризничался и сказал своей маме: «Я тебя не люблю». Обиделась мама зайчиха и ушла в лес. А в этом лесу жили два волчонка. Было им без мамы очень плохо. Увидела их зайчиха и говорит: «Хотите, я буду вашей мамой?» Обрадовались волчата. Накормила она их, искупала, дом в порядок привела. И стала жить зайчиха у волчат. А зайчонок без мамы совсем пропадает. Без мамы холодно, без мамы голодно, без мамы очень-очень грустно. Побежал зайчонок к Маше, и пошли они вместе маму искать. Заглянули в один дом, в другой. Видят? Грязно. На полках пыль, в углах мусор. Не там живет мама зайчиха. Прибежали они к третьему дому. Видят, в доме все чисто. За столом сидят волчата, пушистые, веселые. На столе чистая скатерть, тарелка с ягодами, сковородка с грибами. «Вот где моя мама живет», — догадался зайчонок и стал просить: «Мама, иди опять ко мне жить, я больше не буду». Тут уж и волчата заплакали. «Мамочка, не уходи от нас», — задумалась зайчиха, не знает, как ей быть. А Маша и говорит: «Вот как надо сделать. Один день ты будешь жить у зайчонка, а другой у волчат». Так и решили. Только, ребята, как вы считаете, это правильно? У волчат мама зайчиха? Вот и мне кажется, что неправильно. Давайте найдем в лесу волчатам маму. Видны нам в лесу одни силуэты. Присмотритесь. Вот это. Чей силуэт? Беличий. Волчатам не подходит. А это чей? Медвежий. Тоже не тот. А это чей? Лисий. Снова не наш. Чей силуэт? Заячий. Опять не подходит. А этот чей? Волчий. Нашли. Ну, какие мы с вами молодцы. Смогли мы с вами вернуть маму и зайчонку, и волчатам. А давайте и другим детенышам поможем. Сыграем в игру «У кого кто?» и всем найдем свою маму. У медвежонка мама — медведица. У олененка — оленуха. У бельчонка — белка. У ежонка — ежиха. У барсучонка — барсучиха. У зайчонка — зайчиха. У волчонка — волчица. Какие они все разные мамы. Мамы все без сомнения прекрасные, все любимые, добрые, разные. И все дети для мамы хорошие, потому что на маму похожие. И у каждого
мама своя.